Но я считаю, что очень опасным было бы, скажем так, действием введения войск в Украину и наведения порядка. Вряд ли бы это, мне кажется, вряд ли порядок был бы наведен так, как нам хотелось бы. Потом международная практика показывает, что все вмешательства какие-то в дела других государств со стороны извне, они, как правило, приводили к негативным ситуациям. Не знаю, Соединенные Штаты Америки, например, всю жизнь выступают и таким гарантом демократии в разных странах и борцом за соблюдение демократических каких-то норм и таким защитником тех или иных там сил в тех или иных странах. И, ну, и как мы видим, все это приводит только, мне кажется, к эскалации конфликта, к процветанию терроризма и так далее. Поэтому, мне кажется, все это пагубный путь. Вмешательство. То, что происходит на Украине, это, естественно, конечно, чудовищно. Это действительно гражданская война. Очень хотелось бы, мне, конечно, хотелось бы, чтобы все это решилось каким-то мирным путем, путем переговоров, путем компромисса. Вот, хотя ситуация очень сложная, на мой взгляд, очень сложная, потому что действительно Западная и Восточная Украина — это совершенно разные, на мой взгляд, ментально разные как бы люди. И очень сложно, мне кажется, будет договориться им, и очень сложно им находиться в рамках одного государства, в рамках одной конституции, в рамках вот одной страны, под одним президентом и так далее. Очень сложная ситуация.